Жигулевск получил свое название благодаря живописным горам. Он расположен на правом берегу Волги, который из-за Жигулевских гор имеет ограниченный выход в северной части Самарской Луки, самой большой и знаменитой Волжской излучины. Жигулевск – молодой город. Он был основан в 1949 году путем слияния сел Отважные и Маркваши, когда в этих местах началась добыча известняка и доломита, а также производство цемента. Исторически место, где расположен город, довольно известное. В старину на этих землях находились ставки знаменитых русских бунтовщиков Стеньки Разина и Емельяна Пугачева. Бывал здесь и Петр I, проплывала мимо Екатерина II. Каждый из государей восхищался красотой жигулевской природы и от щедрот душевных дарил землю своим фаворитам. Петр Мейшикову, а Екатерина Орлову. Природа здесь действительно впечатляет. Хоть Жигулевские горы невысокие, около 300 метров, и с точки зрения орографии это все же холмы, но в Жигулевске они действительно выглядят как горы. Кое-где лысые, где-то густо покрыты зеленым ковром, а где-то в оспинах строительных карьеров. Они нависают над Жигулевском, делая его настоящим горным поселением. Этому городу очень идет быть курортным. Жигулевск – единственный город на Самарской Луке. Он находится в границах двух особо охраняемых территорий – одноименного парка и Жигулевского заповедника. До моря Жигулевского здесь рукой подать, а с любой точки видны горы. В 1952 году архитекторам стояла задача вписать молодой советский городок в уникальный природный ландшафт. Советское правительство было уверено, народ, выигравший войну, достоин лучшей доли и самых красивых зданий. Дома в Жигулевске строили как мини-дворцы в стиле сталинский ампир. Сейчас мы находимся в исторической части города. Это место называется Площадь Победы, как ее знают местные горожане. Здесь рядом находятся первые улицы города Жигулевска, которые были также первым для рабочего поселка Нефтяников Жигулевск. Это улица Нагорная, сейчас она называется улица Муравленко, улица Полевая и улица Гагарина. Все эти улицы изначально застраивались вот такими невысокими зданиями, в которых изначально даже было печное отопление, и здесь жили и работали нефтяники. Также на площади мы видим вот это прекрасное здание, называется оно здание НГДУ, то есть нефтегазодобывающего управления. И как раз оно является одним из ярких представителей стиля архитектуры, в котором выстроена вся центральная часть города Жигулевска. И стиль этот называется «Сталинский ампир». Этот стиль преобладал и присутствовал в нашей стране в конце 40-х, в начале 50-х годов. И как раз Жигулевску повезло, потому что он появился именно в 52-м году. И весь проект города был создан ленинградскими архитекторами. То есть мы здесь видим асимметричную застройку относительно площади. Видим, что все дома имеют небольшую высоту, до 3-4 этажей. Можем увидеть богатый декор у этих домов. Здесь есть и колонны, и арочные своды окон и дверей, треугольные крыши, различные балясины. Все это признаки того стиля, потому что считалось, что люди после войны достойны жизни в настоящих дворцах. Кроме здания НГДУ, здесь есть здание, которое изначально было зданием горкома партии, но вскоре после появления города оно было передано под школу искусств. И тоже это особенное здание. И мы гордимся тем, что в нашем городе нет эклектики, нет смешения стилей. Вот этот образ сохранен в центре города в полной мере. Изучить историю Жигулевска можно в историко-краеведческом музее «Самарская Лука». Он появился благодаря поддержке Ивана Комзина, руководителя строительства Куйбышевского гидроузла в 50-е годы прошлого века. Во время земляных работ были найдены останки ископаемых животных, окаменелости с отпечатками древних растений, которые заняли места на полках в музее. На этой карте мы видим, как Волга окружает всю эту возвышенность, включая горы Жигули. И здесь, на этой карте, мы также можем увидеть четко границы двух природоохранных учреждений. Это первая организация здесь появилась более 95 лет назад. Это Жигулевский заповедник имени Ивана Ивановича Спрыгина. Вот таким зеленым пунктиром обозначена здесь его граница. То есть это большая горно-лесная северная территория Самарской Луки, которая практически доходит до территории города Жигулевска. Офис заповедника находится на Бахиловой поляне, и вот эта вся территория, которая ограничена как раз
этим периметром, она запрещена для посещений и проезда каких-либо людей. Единственная доступная точка заповедника – это Стрельная гора. Здесь на карте она тоже указана. Вот она. Вся остальная территория, кроме заповедной и кроме города Жигулевска, является территорией второй природоохранной организации под названием Национальный парк Самарская Лука, который появился почти 40 лет назад. Туда входит и территория сел, то есть остальных населенных пунктов, и вся, получается, южная часть этого полуострова. Кроме, как я уже сказала, самого города. Тут есть также границы города. Если мы за них выходим, за пределы или выезжаем, мы уже видим аншлаги и баннеры, что мы в данный момент попадаем на территорию национального парка. В состав городского округа Жигулевск входит сам город, расположенный вокруг Могутовой горы. Он состоит из двух микрорайонов – Александровское поле и Яблоневая Враг. А в 2006 году к городу присоединили 5 сел побережья. Это Бахилова Поляна, Зольная, Солнечная Поляна, село Богатырь, а также село Ширяево. В музее можно наглядно увидеть, как формировались эти места и как возникли Жигулевские горы, появившиеся 7-10 миллионов лет назад. Все горы Жигули сложены в основном из известняка, но также присутствует и доломит. И все это является отложениями обитателей древнего теплого моря, которое многие миллионы лет существовало здесь, в этой местности. И вот мы можем видеть окаменелости разных раковин, ракушек, моллюсков, аммонитов, белемнитов, различных кораллов. То есть все они, эти обитатели, и сложили вот эту слоистую толщу известняковых пород. Не моллюсками едиными есть в музее зал, где представлены кости животных, когда-то обитавших в этих краях. Их нашли во время строительства ГЭС на берегу Волги. Здесь мы можем видеть контуры этих животных. На фоне экспозиции контуры маленького мамонтенка. И здесь мы видим, что обнаружили с нашего берега кости его конечностей, позвоночник, кость челюсти. Также здесь есть бивень мамонта и тазовая кость этого животного. И тут представлен еще контур бизона или зубра. И здесь в музее лежит его рог вот в этом левом дальнем углу. И в центре экспозиции лежат у стены части рогов вот этого животного, большерогого оленя мегалоцереса. Это очень красивое. Тоже древнее животное, размах рогов которого превышал 3 метра. Сейчас на территории Национального парка Самарская Лука насчитывают почти 300 видов наземных позвоночных животных. Это млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся и земноводные. Здесь мы в основном видим таких огромных птиц, которые тоже являются редкими краснокнижниками. Это два орла, степной орел и орлан-белохвост. Также на Самарской Луке обитает несколько видов сов. Вот у нас представлена сова длиннохвостая неясыть. В экспозиции есть черный ворон и озерная чайка. А вообще всего птиц насчитывается орнитологами заповедника около 300 видов. Самое крупное животное Самарской Луки сейчас – это лось. Но здесь у нас еще лежит шкура медведя, которые также водились здесь примерно 150-200 лет. Но они были истреблены охотниками и браконьерами. Кроме лося здесь обитают волки, косули, остались рыси, также лисы, конечно, и более мелкие животные – зайцы, хищники, куницы. Территория Самарской Луки расположена на стыке трех природных зон – лесной, степной и лесостепной. Северная часть области покрыта хвойными лесами, юг и восток занимают преимущественно степные районы. В Жигулях и на водоразделах господствуют широколиственные леса. Неудивительно, что растительный мир Самарской Луки уникален. Здесь присутствуют реликты и так называемые эндемики. Это растения, которые встречаются только в одной конкретной местности. Если они вырастут на другой территории, то будут иметь несколько иной вид. Реликтовые растения здесь сохранились благодаря тому, что сюда не дошел ледник, и здесь они могли произрастать, существовать много сотен тысяч лет. И здесь в экспозиции у нас представлена, например, астра альпийская, шеверекия подольская, которые сейчас и произрастают на территории каменистой степи, в основном на южных склонах Жигулей. Также здесь есть растения, которые называются эндемиками. Они так называются, потому что произрастают только на
ограниченной определенной конкретной территории. Здесь присутствует всего 6 эндемичных видов. И вот у нас в гербарии, например, есть ясколка жигулевская. То есть всегда в названии есть указание места произрастания этого растения. Гуляя по залам музея, можно также узнать, какие народы населяли территорию Самарской Луки и дружно ли они жили. Один из интереснейших залов, которые мы еще создаем, не до конца у нас проработан, зал этнографии. Это очень важный элемент знакомства вот тех людей, которые приезжают к нам и не знают эту территорию, рассказать о тех народах, которые проживали испокон веку здесь, на Самарской Луке. И это основные народы чуваши, мордва и русские. И рассказываем мы об особенностях культуры, жизни, костюмах, быте этих народов и как они взаимопроникали друг в друга. Потому что Самарская Лука – это полуостров изолированный был, и они бы не были вынуждены, эти народы, взаимодействовать друг с другом, жить вместе. И поэтому возникало взаимопроникновение культуры, создавался какой-то особый, ну, скажем, уникальный этнос, о котором тоже можно узнать в нашем музее. Чем сейчас живет город Жигулевск, в каких отраслях и сферах работают жители, этому также посвящено несколько залов музея. В городе есть фармацевтическое предприятие, кондитерская фабрика, радиозавод. Но три главных градообразующих предприятия – промышленные. Первая отрасль – это нефтяная, как раз благодаря которой здесь появился рабочий поселок нефтяников Жигулевск в 1946 году. А нефть здесь была обнаружена еще до войны. И в военные годы здесь была обнаружена первая в СССР Дивонская нефть, как раз благодаря чему и появился вот этот рабочий поселок, так как здесь ее стали добывать в огромных промышленных масштабах. Вторая главная отрасль – это гидроэнергетика. И здесь, как мы знаем, была построена крупнейшая в нашей стране на тот момент гидроэлектростанция. Третья градообразующая отрасль промышленности – строительная. В 1956 году в микрорайоне Яблоневый овраг был построен цементный завод, который долгие годы работал с большим размахом. Сейчас на его территории ведется добыча известняка, цемент не производят. Также в Жигулевске работает Волжская металлургическая компания, которая до сих пор производит алюминий в таких объемах, что его используют при строительстве высоток по всей стране. Изюминка этого музея в том, что его можно, здесь можно все потрогать. Он интерактивный. Вот это, я так понимаю, аналог нашего парутюга, да, как он вот работает. Он открывается, можно открыть. Ух ты. И мы видим, что в него можно было заложить уголь. Есть еще маслобойка. Ее тоже мы предлагаем потрогать, познакомиться с ней поближе. Можно покрутить ее ручку, она действующая. И в таких маслобойках взбивали из сливок масло, да, и обычно помогали это делать дети. Вот такая ступа использовалась, чтобы толочь зерно. Прелесть какая, потом хлебушек делать. Девочки с 12 лет начинали ткать вот эти полотна. Когда она наткет 3-5 метров, ее обучала всему бабушка, она помогала срезать с ткацкого станка полотно, убирали в сундук. И так она до замужества ткала и ткала, и потом уже у нее была возможность шить одежду себе и своей семье. В стратегии развития города Жигулевска до 30-го года основной целью стоит развитие туризма. И я думаю, что при строительстве, при создании туристического маршрута обязательно надо в него включать основной точкой посещение музея. Потому что только в музее люди могут познакомиться с историей, с особенностями той территории, на которую они потом непосредственно поедут.